Николай Викторович, сейчас на Украине идет просто явная неприкрытая война, и вот эта украинская хунта, власть, пришедшая в результате военного переворота, уже в который раз, по-моему, в третий, объявляет мобилизацию, то есть набор в свои вроде как незаконные воинские формирования. А что простым людям делать? Слушаться этого, не слушаться этого? Как им поступать? Это вопрос очень серьезный. На самом деле вопрос, я бы сказал, фундаментальный, и сейчас его задают очень много людей в письмах. Ситуация такова. Действительно, третья волна мобилизации происходит на Украине. Во-первых, я хочу напомнить, что мобилизация всегда предшествует войне. Я имею в виду сейчас не гражданскую войну, которая, к сожалению, происходит рядом с нашими границами. Я имею в виду войну между государствами. Когда одно государство последовательно осуществляет мобилизации, как показывает опыт той же самой Первой мировой войны, это, к сожалению, может привести к целой цепи вот самоорганизующихся событий, которые приводят уже к конфликту между государствами. Так что мобилизация – это очень серьезная вещь, ее нельзя проводить просто так. Но я убежден, что каждый гражданин Украины, каждый мужчина, который получает или может получить повестку, каждый военнослужащий армии Украины задает себе вопрос, а что ему делать в этой ситуации? Я убежден, что на войну